Всем привет, ребят! Ну что, сегодня настало время битвы гильдий на Китайке. Немножко силушку я подкачал, уже вошел в топ-30. Думаю, за выходные 500к все-таки возьму. Посмотрим, как будет время. Я, честно говоря, никуда не спешу. И сейчас мы будем с вами тестить интересную тему вот таких вот героев. И они все с ракушкой. Некоторые восьмерки, некоторые девятки. В основном все, как видите, с ожевами. Сейчас, наверное, на хранителя не буду ставить пока. Пусть будет ремка. На Анубиса тоже поставлю какую-то другую рунку. Что-то интересное. Так, ну давайте поставим вот так вот. Плюс 80% жизни. 50% снять бафа. Такая вот сборочка у нас будет. Поехали, посмотрим, что там у нас есть сегодня. Ну, гильдии вроде неплохие. 367. Так, первая гильдия, третья. Ну давайте так отсюда начнем. Ой, отличная расстановочка, как раз то, что нам надо. Смотрите, герои. Райка, топовые герои. Ну, let's go, посмотрим. Смогут ли они выстоять против моих ракух? Ну, вроде держится. Ну, там Фрейя, конечно. Фрейя плюс Огник. У меня их нету. Так, хорошо, еще заходик. Давайте попробуем так сразу со Сурика. А, у меня нету этого смотрителя, я думаю, что такое. Так, Огника мы убрали, как видите, все-таки Огник шатается и очень даже неплохо. Единственный вопрос Фрейя. И как обычно у нас зависло все. Хорошо, хоть не на максимальных процентах. Так. Я надеюсь, нам там не засчитают проценты. Так, что я хотел? Почему у меня нету смотрителя? Потому что я убрал одного зеленого. Так. Ладно, давайте, если не Хрона, давайте возьмем вот такого вот Бугимена. Не будем с Хроном, хотя Хрон тоже кайфовая тема, но попробуем с Бугименом. Тоже с ракушкой. Хочу потом это потестировать на атаке фортов, как оно будет себя показывать все вместе. Так, отлично, поехали. Так, а теперь у нас, блин, буги красный, не тот смотритель, который мне нужен. Но опять же, смотрите, Огник сливается сам. Ладно, сейчас подумаю кого-то, все-таки зеленого смотрителя брать. Кого, кто там у меня еще с ракушкой был? С ракушкой можно, конечно, дерево попробовать взять. Огника я не особо хочу. Друида смысла нет, блин. Придется взять, наверное, все-таки стрелка. Потому что с Огником мы, скорее всего, их вынесем. Ладно, давайте отставим. Попробуем других попроходить, а потом вернемся к этому. Даже без смотрителя попробуем. Ну, смотритель. Так, что у нас тут? Фрейя, дырка. Что, рискнем? Через Фрейку побежим. Смотрим.
Так, мои пока держатся. Конечно, шанс слива у нас, как обычно, ребят. У нас сейчас Огнекрыл может учиться и нас просто нафиг всех законтачить. Это самое печальное. Ну нет, смотрите. Один раз мы его уже слили. Все. Просто изи. Вот так вот. Раз ты с Огнекрылом, просто пофиг. Так, потеряли мы только одного. Ну ладно, побежали. Побежали дальше. Потом, видите, смотрителя у нас нет. Ну, без смотрителя, в принципе, справились без проблем. Так, то же самое. Огник. Тая бабуля. Рогатка. Давайте попробуем тут через Огника забежать. Ради интереса. Посмотреть. Шатает нас. Да, видите, без смотрителя, конечно, сложновато. Ну, пробуем. Все. Вот так вот, ребятушки. Просто налегке. Там что-то Махатма хотела нам сказать. Опять потеряли только хранителя. Жесть. Тупо жесть. Так, окей, поехали дальше. Уже, по-моему, топ 360. Ехали его шатать. Ну, тут, я думаю, герои вынесутся. Должны, по крайней мере, если, конечно, мы сейчас не попадем опять в просак. 44%. Ну что, пробуем проходить. 46%. Ну, вроде на изи затащили. Мне нравится. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Но мне кажется, такая тактика... Конечно, на дорогух найти дофига. Но для бездоната просто налегке. Только можно будет тащить. Есть, конечно, куча разных тактик. Сейчас пройти кого-то не проблема. Но я захотел именно такими героями потрешивать. И мне ракушка нравится. Так. 364. Так, один этот. 357. Ну, тут, я думаю, тоже сейчас что-то вообще печальное все. Просто тупо. Как будто их и нету. Ну, идем пробовать еще последнего. Давайте со стороны Прея забежим, попробуем. Конечно, тут Огнекрыл, блин, они стоят кучно, он нас дебафает. Сразу же и шатает. Ну, как видите, в принципе, более-менее мои еще тащат. Так, кто там у нас остался? Изи просто. Должны Фрейку разобрать. Что там говорите, Фрейя тащит. Вот так вот, ребят. Огники и все остальные просто убиваются. Ну, Асурик, конечно, очень крутой. Если он уже включился, то это жесть. Еще можно попробовать орку как вариант. Без смотрителя, я считаю, это вообще офигенный результат. Так. Давайте уберем, поставим орника сюда.
либо даже до Огника надо ставить, потому что у нас тогда будет нормальный комплект. В общем, такой вот состав, ребят. Ракушка плюс жива. Мне понравилось. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, участвуйте в конкурсах. Завтра будем уже развлекаться. Ой. В общем, вот так вот. Всем удачи. Удачные поля. Всем пока.